блядь. Я тоже полез. Что? Я застрял, там и тоже полетел. Фух, я уже подустал. В жопе мы сейчас находимся. Помашите ручкой. Там глубоко в воде.
На второй еду. Питание у этого чувака. Я не помню, как его зовут. Да. Таня пропала. За переднее колесо взорвешь эту хуйню. Бля, тут объезд был. А там еще хуже, там пробовали. Да. Там не пролазит. Висит.
тебя грязь под ухом слева. Это колесо отправится. Казалось, что мы там далеко кончается. Ого! Стой!
зрелище. Да. Осторожно. Газу давай! Как больше газа, быстрее зарой. Мудрый человек. Ну, там аккуратней. А теперь вперед. Последнему, блядь. Последнему, да. Сейчас смотри там. А он уже песок. Ну. Давай, мы снимаем. Вот. Не бойся. Не снимаем, не бойся. О, это, конечно, нам не очень хорошо. Грязь не ловит. Ой, блядь! Ой, блядь! С какой стороны? Черт побери! Я помогал. Да тут сразу видно, настоящий эндуро. Принимаю. Там вообще на лысой резине, чувак. Вот это настоящий эндуро. Thank you.
Сеня, давай! Сейчас починим. Полный привод, нет. Передний, включи его. Включи его. Давай, сейчас мы туда.
Но оттуда кажется больше. Ну. А когда едешь, нормально. Квадрикам тяжело отдается эта колея. Мото пошло. Классный подъем. Ну. Это на самом деле кажется, что он... Высота чувствует, а телефон не передает вообще. Ну, телефон, да. А, что, пассажирку брать не будет? Да ладно, длиннобазный квадр бы заехал и с пассажиром.
Да нету ты. Стой, а нету ты. Давай. Не, давай это сам. Не, давай я сюда. Я перепрыгну туда на сушку. Так ты станешь, а ты лучше будет слабый. Не останавливай. Я могу сюда. Нет, бедный мотоцикл. Из этого дом местного. Там по этим кочкам надо слазить с мотоцикла и... Вот ты вот вытянул, окей, сейчас на этом самом. Все равно не берет куда. Давай. Пониженный, полный стоит. Пониженный. Только сказал. Ага. Не все так просто. Поедешь сейчас с разгона полный привод. Обязательно сер проеду там. Что это играло? Там глубочко. Там они, вон там, вон там, вон там, вон там. О, блядь, да. Там сейчас жопа полная будет. Ой, блядь, там мне сейчас сюда нет. Оп, лазер,
Тут деревья, деревяшки. Нет, с газом надо, переднее колесо тяни и газуй. С каждым разом все меньше и меньше это расстояние становится. Надо газовать тоже, наверное. Вы не снимали, как квадр кульнулся? Нет. А где кульнулся? Полярис сразу перевернули. Это ну, кто? Через жопу или надо? О, ровно вот так. Дерево заехало вот так. А что он в дерево въехал? Это белый или какой? Нет, красный. Ну, красный солярий. Пускай приезжает нас туда. Да, помогает. Так сюда квадр заедет, если что. А, да, нет. Газовать надо. Бля, тут болото, пизда. Не, я там поеду уже. Минск технику делает, а? Даже не останавливает. Ну что, погнали отсюда? Да. Я посмотрел. Все? А он еще они еще едут. Я думал, что рядом с мотоциклом такого эффекта не будет. Стой! 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 Нет! Нет! Хорошо проехал. Спасибо.
Тебе же тоже пешком-ку. Ну да, ну продумал тут. Продумал, где будешь шагать. Надо воду вылить. Пятка вспотела. Пятка вспотела. А здесь Сеня. Сейчас приедет. Проехал сейчас. Я самый лучший из мотоциклистов проехал. Слез, прокатил, не забуксовал, даже никто не тянул. Ну, потому что я же боюсь сразу, если буксанул, все. Падай. С того берега есть обратно. Сейчас опять в речку. Закинут его. Главное, чтобы не в речку, да. Да еще не спеши там. Давай. Дальше, готовь. Резко, давай, на дыбы попер. Готовь, бросай Денис, пусть он там. Видали? Винчик называется. Техника. Китайская.